А вот этот, смотрите. Вставай, ну что ты? Я иду на робототерапию. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Маркелов, Фанион. Сегодня у нас очень крутая серия, потому что мы будем смотреть необычных аниматроников, которые я ни разу не видел. Они, конечно же, находятся в рэгдоллах, но будем делать на них обзор. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?». Первый погнал. Ребята, вы эти аниматроников ни разу не видели. Я даже не знаю, может, вы их и не видели даже в воркшопе, потому что эти вышли сегодня. И даже называется 2020 концепт. Очень круто смотрится. Давайте даже им руки поопускаем. Хотя не обязательно руки опускать. Ну, сам смысл, то, что очень детализировано, прям челюхи, все видно. Очень круто. Прикольный аниматроник. И в конце ролика вы обязательно напишите, какой аниматроник вам показался самым крутым. А я скажу свое мнение, надеюсь, не забуду. Пацаны, как вам это? Как вы думаете, это что у нас? Ящерица? Блин, картинка, я на раз говорю, смотри, очень крутая. Детализирование, конечно, круто. Если прям в притирку посмотреть, не надо чего доколупаться. Все четко. Ему нельзя скины менять. Ого, у них, смотрите, что можно делать. Группы тела. Мы можем, короче, ему менять. Скин. А, ничего не поменялось. Но я так понял, что здесь... Во, мы можем ему ногу поломанную сделать. Короче, это очень кастомизированные рэгдоллы. Если бы еще в них вселяться можно было бы очень круто. Да, управлять, но это немножечко не то. Ладно, погнали дальше. Чпоньк. Ой, это вообще, это девочка. Девочка Фокси. А, она на синтезаторе лупашит. Да, бомба. Колосяк, просто без эмоций. Давайте будем продолжать, потому что у нас очень много аниматроников, и все очень крутые. Пацаны, это большие аниматроники. Смотрите, какой он гигантский. Да, это тоже что ли девочка, похоже. Да, прикольно смотрится, давайте дальше. У нас есть вот такой вот. Эндоскелет такой стандарт, даже это не эндоскелет. Это биг эндоскелет, вот, это не просто, это биг. Дальше, это маленький. Да, это они, короче, в уменьшенном формате. Такие же самые. Тогда... Воу, смотрите, какая поза прикольного аниматроника. Офигеть, у него прям такие когтяки. Да, не спорю, ребята, реально крутые аниматроники. Я так их долго искал. Скажу честно, я потратил целый час, чтобы их найти, именно вот этих всех. Ставим дальше, не будем удалять. У нас идет вот эти чили-пиздрики. Это у нас FNAF, Ragdoll, Pack, Foxy. Чисто по Foxy все. Давайте будем тут ставить. Да, круто смотрит, детализированный сильно он. Без одного уха, поламатый. Дальше. Эй, на шпагат не садись. А, этот такой, это вообще сгоревший. Смотрите, у него руки нету одной. Просто шарнир остался и все. Да, крутецкий, крутецкий. И ноги у него все четко. Давайте посмотрим, можно ему менять? Ву, сколько? Давайте просто все включим, посмотрим. Мы его разберем, получается, да? Ну-ка, ну-ка. Смотрите! Офигеть! То есть его можно и кастомизировать не так, как обычно. Давайте его... А, да, вот я ноги. Рука у него разобранная. Круто! Получается, эти тоже ломаются, да? А, ну-ка, ну-ка. Ну да. А, ну-ка. Вот. Туловище. Круто. Вообще, рэгдоллы мы... Кстати, это вторая серия, где мы снимаем рэгдоллы. Реально стоит того, чтобы эту рубрику продолжать снимать. Так что, если вы хотите дальше, чтобы мы снимали обзор рэгдоллов, а их там просто сотни. Давайте, 1000 лайкосиков, и мы сразу пилим. Так, у нас идет дальше. Вот. Самые такие именно крутецкие. Смотрите, насколько он детализированный. Он прям в притирку подлетите. Посмотрите, у него как вот прям пошарпанный материал весь. Я не знаю, вас может не на ультрах?
Не так, как у меня вот максимально стоит. Воу, вообще на руке у него эта челли круто смотрится. У него по практике что-то должно, типа, внутри должно, типа, быть пусто. Ну да. Эй, Сайц, не ломайся, не крутись. Давайте немножечко ему позинг сделаем, такой прикольненький. Как я на это, на превьюшечках делаю. И локоть ему зафиксируем. Блин, классный, даже зубы, не смотрите, потресканные. Вот на таком расстоянии вообще просто идеально смотреть. А давайте посмотрим, как у него группа тел. Можно у него менять? Скины есть. А чё скин? Ничего ж не изменилось. Еще раз. Скин. Скин. А чё ничего не меняется? Глаза меняются, да? Да, вон. А, я вижу, да, они черные стали. Поджечь, удалить, выключить столкновение. Так, давайте дальше у нас. Вот такой челик есть. Стоп, давайте стенд-пост возьмем. Классный инструмент, если вы делаете позинги. А, это, короче, получается такой же самый, только целый, да? Смотрите, насколько разница, да, большая? Давайте мы сделаем голову, опустим, будет прикольнее. Эй, голова, опускайся. Что-то там еще его держит. Эй, шляпа. А ну тут голову можно расслабить. Эй, а что держит-то? Давайте сзади посмотрим. Может, все-таки сзади еще какие-то есть материалы? Голова, пацаны, не хочет, да? Что-то внутри держит. Я его уже полностью расслабил. А голова держится. Так, давайте еще... А, глаза, вот! Глаза у него же ж менялись. Значит, и глаза отдельно, наверное, как идут. Не? Шляпа? Давайте вовнутрь. Мне так хочется, чтобы у него задвигались головышки. Уши, пацаны, уши! Вот что держит. Он что, пьяный, что ли? Эй, стой, Фредди, ты что с тобой? Не унывай, не унывай. А вот этот, смотрите. Вставай, ну что ты? Я иду на робототерапию. Тихо, 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 тихо. Ну пусть так будет. Короче, вот так вот идет он на работу, а вот так он идет с работы. Тихо, тихо, тихо. Во, вот так прикольно. Жопу назад, ноги вперед. Ладно, бросай его, я его опять давай стенд-пост лупану, чтобы было красиво. А этот уже пусть будет таким Феликсом. О, так вот. Так, у нас есть дальше. А это чем от того отличается? А что, ничего ж не изменилось. Может, у него какие-то детали продвинуты? А, я не знаю. Ну ладно. Потушить. Я не знаю, что изменилось. А вот еще один. Так, ребята, это что у нас получается игра? А я знаю, что изменилось. Тут руки у него нету. Смотри, тут нету руки. Здесь есть рука. Здесь у него что? Давайте стенд-пост сделаем, чтобы найти отличие. Короче, смотри. Тут есть глаза, а здесь нету глаз. Они все разные. Круто, круто. Дальше у нас. Вот такое еще есть. Вообще у него не присутствует игрушка. Нет аниматроника в руке. Но он чуть свеже выглядит. Новенький. Это что? А что это? А что она делает здесь? А подождите. Что это такое за кишки и жопы? А что? Ребята, напишите в комментариях, что это такое? Если бы я знал, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ладно. Продолжаем. Давайте еще одну лампу поставим, чтобы было красивее. Чилибинкс. Вот так вот. Потому что у нас продолжение идет. Так. Вот такой Феликс у нас еще есть. Стенд-пост. На руку, которая одевается. Кстати, его можно одеть, получается. И вот такой вот у нас челикс есть. Ребята, напишите в комментах, какой аниматроник больше всех вам понравился.
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!